Всем привет! Вы на канале «Стройгарант Анапа», с вами я, Александр Аникиенко. Мы в коттеджном поселке Звездный, где сегодня будет обзор коттеджа 90 квадратных метров, 5,7 земли в чистовой отделке. Коттеджный поселок Звездный находится в 4 километров от моря, это Витязево пляж, и 8 километров от Анапы. Здесь есть садик, люди с Анапы возят в этот садик, очень благоустроенный современный садик. По коммуникациям вода центральная, индивидуальный септик, свет 15 киловатт, по газу ведем переговоры. Дом облицован декоративной штукатуркой Баумит, пыли, влага, грязи отталкивающая. И в компонент добавлен лак, чтобы не выгорало. Это его отличие от короеда. Немецкая технология, гарантия заявляет производитель 30 лет. Такая прекрасная сзади терраса 20 квадратов. Если надо, можно утепленную крышу сделать, застеклить террасу. Но хотя вряд ли это понадобится на юге. Можно просто наслаждаться, пить чай на открытом свежем воздухе. Эта терраса не входит в общую площадь дома, поэтому это считаю еще к 90 квадратам плюс 20 квадратов. Давайте пойдем в дом. Во всех базовых комплектациях «Стройгарант Анапы» идет три зоны теплый пол. Это кухня, это санузел и в прихожей. Высота потолков 3 метра, дом выполнен из газоблока, 500-я плотность, 240-й. Этот дом у нас в свободной продаже, осталось здесь буквально месяц, его можно забронировать, осталось где-то ламинат, двери поставить и в принципе все. Вам нужно будет только установить и поставить сантехнику, опять же мы в этом можем помочь, и люстры. В этом проекте 90 квадратных метров, значит, три спальни, санузел, кухня-гостиная и коридор. Это вот одна из спален, разводка под сплит-систему, двухкамерные стеклопакеты, радиаторы, плинтуса, ламинат, обои. Еще одна аналогичная спальня. Здесь все абсолютно то же самое, как я и сказал там, кроме обоев. Здесь они маленько другого цвета. Санузел выполнен вот в такой плитке. Здесь идет обогрев пола, как я уже сказал. Вентиляция, окно, ну и вся разводка. Кухня, гостиная. Здесь будет электрокотел. Это входит в стоимость. И здесь еще одна такая спальня эркерного типа. Здесь у нас идет такой навес, это тоже входит все в базовую комплектацию. Если вам понравился этот конкретный дом, можно его забронировать. Если вам нужны другие дома или подобрать для вас индивидуальные варианты, вы можете позвонить нам в офис отдела продаж, номер вы видите на экране. С вами был Александр Аникиенко, с вас лайк и подписка, а нам всегда есть что показать, оставайтесь с нами.